Нет. Я тебе предлагал, вот туда ешь. Ну и зубы. О, да, расскажешь. Ну все, вот в армию, там каши наешься, тогда и будешь стрелять. Все, мы его с собой забираем. Ага. Так, так тут еще и прицел есть. Интересно, что же... Я умею делать, мне не надо собирать. А что ж там можно увидеть в том прицеле? Если он стреляет навесной... Навесной и прямой. Тут под прямую наводку. То есть когда не надо давать поправки на дальность, то есть выставляется на ноль. Угу. Все, там выставляется с ключом на ноль. И тогда можно этот стрелять до 700 метров, просто смотря в прицел. Сколько? 800 метров? 700. 700? Да. Это... Ну, в принципе, прицелом не пользуюсь, когда набито глаз, глазомер. А сколько полный барабан? 29. 29? Да, 22 гранаты. Ну, это чисто живую силу, да? Ну, живую. Уничтожение. Или он что-то пробивает? Живая, не бронированная техника. А по бронированной технике можно сказать так, что можно ее, в принципе, ослепить. Хотя это под живую силу, но если запустить две... Ну, гусеницу перебьет? Нет, нет, нет. Это осколки мелкие. Можно просто ослепить триплекса, побить приборы наблюдения. В основном это против живой силы. Угу. И не бронированной техники.